вышла в город. Тут какой-то фонтан играющий. Не дубайский, конечно, но сойдет. Я не знаю, где я нахожусь, потому что у меня не работают карты. Просто где-то гуляю. Но тут симпатично. Кисловодск. Склон вниз. Улица просто вниз идет. Вот. Смотрите, какие здесь. Я не знаю, это домишки. Или это государственное что-то. Ну, вот это, скорее всего, дом. Это тоже. Тут, в общем, фонтанчики. Вот. Вот домик. Неплохой. Вот домик. Тоже неплохой. И вот тут по склону вот так вот фонтанчики со скамеечками. Так скажем, аллея фонтанов. Так, вот здесь стоит источник. И там бесплатно можно взять всякую водичку. Нарзан, ессентуки. Ну, только нужно со своей тарой приходить, конечно же. У меня вот, мне врач прописал славяновскую. А вообще тут разные есть. Ну вот. Памятник. Вот ступенечки, которые... Фонтанчик. А вот. Я буду сейчас спускаться еще ниже. В парк. Вот. Потом это все подниматься надо. Какой-то пансионат Фаворит. Очень симпатичный. Вообще. Класс. Так, тут рядом опять какой-то пансионат. Короче, все в санаториях и пансионатах. А я продолжаю идти в гору. Тяжко. Так, ну что, иду дальше. Вот смотрите по пути, что мне встретилось. Вот такой вот санаторий. Санаторий 5 звезд. Дворец Нарзанов. Ну, выглядит как будто реально. 5 звезд. Такой впечатляющий. Пошла я дальше в гору.